последней надежды. Ты бы мог стать величайшим. Пробудился. Можете кто-то спикнуться в танка, Поклонский или Войт? Спикайтесь в танка. Чё, Поклонский, танчишь? Может, мне лучше на ДЦ дать? Да, можешь на ДЦ, если хочешь. Нет, мне все равно, я под другого буду получать, так что. Заходи. Это? А. Да не, ничего. Там умирал чуть-чуть. Целка не мой, поставьте плюс. Чего поставить? Он не был целка первого. Кто не был? Кто не было в рейде? Знак чей? Зелони не был. Числа не был. Старая репа не мог. Давай, Саку. Давайте в скелет. Рога, ты ВРК? Гуд. Г. Сзади трэш-сары. Куда он взялся? Так.
Рога, ты умеешь напуливать, да? Верка на какой спик ролим. Паладина, что вы бафали уже? Я хаски бафал. Джозефина бафает кулак. Толщит. Давайте на Суркене БДК не кидаешь истерию. Рога не напуливаешь ни на кого, кроме... Ну, не кидаешь маленькую хитрость только на БДК. То же самое с приданием сил. Ну да, кроме с рука можно. Все участвуют. Автоматически. Чек. Не, good guy, ты напуливай на БДК, как и всегда. Если тебя попросят кинуть хитрости для накрутки ДПС, какой-нибудь РДД, там РДД, ты не кидай ему. Блин, а, там... спасибо. Фласки... А, да, давайте чек на фласки. Там половина минус ЕП, то есть фласок. Дайте кто-то на АП фласку. Калк вроде без фласки. Тут. Ты попросил купить фласку или купи. А еще есть? Есть еще потом по-гонски. Второй. Раксус, пей фласку. Сатарарепа, пей фласку. А, это микролабик. Микролабик, пей фласку. Джозефина. Чё-то не пойму, а где баф от еды? Он не показывается или чё? Не. Ладно, чек на пух. На леди чек, без фласки от него ЕП. Сейчас, 2 секунды. Давай. Чё, готов. Давайте рост, кусач, рост. Лапа предков поднимай, Серафима. Где? Вижу. Давайте, помогайте мне ханта сбивать. Я почему-то один бью. Нормальный РДД у нас. Там что-то босс бреет, смотрит. Да. Джесс, подымешь после вихря дисрапта, охламончик Мараксуса. Братьев шипы. Станьте в центре. Ждите шипов. Чуть подальше встаньте от рыба. Сейчас шипы новые будут. Давайте все в шипы. Новые лыжи сейчас будут.
Все, уже выйдете. Встаньте за босса все. Отведи чуть подальше ребро и играйте в шипы. Фу, да. РБД, ханта сыграйте. Слева от босса. Сатара рэпа. Джиндоу. Микролаби. Да нет, ты ж нихрена не бьешь. Привет. Блин, надоело. Сколько же тебе забежать? Да, блядь. Я бы сказал, сколько я на нем не стоял. 1,2 миллиона за бой набил только на босса. Тщеславие, спекайся в танке. Скоро кому-то надо. Чит. Штаны на танке. Курсач кольцо надо. Как ты ворвался прекрасно. Ну если у ДК есть ДД, ты можешь зайти на осколки. А то может чекнуть, кто в рейде без фласок, я от перста ИП отниму. Когда ввели эту систему? Ну, что фласки обязательно. С сегодняшнего года. С сегодняшнего дня. Ну, с этого КД считай. Блин, а мне просто не показывает, когда я вот так чекаю. Ну, у Вани, по-моему, такой аддон был, не? У меня он есть, но я не знаю, почему-то он не показывает сейчас. Ну ладно. Сейчас, да. Я потому что у тебя фласки нет, поэтому не показывает. Не, у меня есть фласка, можешь меня точечно чекать. Шутка. Я не знаю, почему они показывают, у меня вот... Ассиста можно дать. Скорее всего, ассиста, наверное, надо дать. Сейчас, подожди, да, почему попробуем. Ну-ка. Что-то все равно не показывает. А, дал ассиста Ю. При листом он показывает? У меня этого нету. Сейчас еще разок. А зачем вам это? Может, ты лобнись мне? Проще так посмотреть. Что есть? Заработал. Клонский. Курсач. Вот Г, пейте, пожалуйста, фласки. Так, 2 БДК слева, ну, протопал. У него алхимик. А, ну ладно, поклонский танк можешь не пить. Ладно, 2 БДК слева, протопал справа. Первый на пол на Хризе, второй на Тщеславие. Сейчас не пуляй, стой. Стой, не пуляй. Отлично. Выпей, курсач, это настойку нормально. Купи у кого-то. Good Get, то же самое, купи. Крестобаф, дать. И крест. А если нет денег купить, то что делать? Ну, минус ЕП тогда. Лапу. Ну, стоит 70 голд. Надо Войда назначить, чтобы он просто фласки для гильдии фармил. Лапу. Лапа есть уже? Нет. Обновите, пожалуйста, лапу. Все. Хуя себе, бля. Так много. А у Руги нечего отнимать, кстати. Минус. У меня тоже, кстати. Не, у меня там 2500, наверное, есть. Ну, у Курсача 25 ИП. Тоже нечего отнимать. Ладно, погнали.
Так это на рейд надо 3 штуки покупать. Ну да, это 200, 100 голд для СПДшника, 280 для мелика. Давайте в трэш играйте, следите за лучами. Выйдите с лужи. Сливайте капли паладина. Диспельте потом, как контроль пройдет. Лапа поднимает джиндоу, если откатился БР. Я могу есть. Поднять. Поднимай и играем трэш. Надо было вам сказать, что капельки надо обновлять там. Антимагический щит, паладин и бабл с пула. Играйте трэш слева, никто не бьет трэш слева. Так, я зафирнул трусы. Ну, фиряйте. Что, переведем босс или нет? Паладин и каста на мага дайте. Бывает, если будет 3 трэша, то стопаем по леди все. Плавно переключаемся в трэш. Стопайте трэш, по леди, трэш. Все в трэш играйте. Выйду, дайте лапу. Нежданчик. 260к на леди. Давайте все в трэш. Шизи, иди набивай игру уже. Иди к леди быстрее. Все в трэш играем. Так, справа трэш вышел, давайте в него. Квадрат надо законтролить. Плохо, не повезло. Второй БДК набивай игру, отлично. Леди на нем. Сбивай косты, главное, бегаем от духов. Испал рост. Рост КД. Отбежали от духов. Нам повезло немного, да? Духи. Это шли от духов. Пуливайте на Хризи Филаксом, числовая 3 стака. Контроль сейчас. Трусы законтролил. Квадрат контрольте. Квадрат луну, играйте в трэш. Мамончик, поднимайся, террорейпа. Трэш сыграли. Вставай с террорейпа сразу. Вставай. Джейс, поднимай Войда. Хламончик-то поднимал его? Чем не встает? Нормально. Взрывайте духов. 2 раза притом. Лапа предков. Тут и еще. Играйте в трэш, контрольте людей. Все в трэш играем. У кого еще есть БР плюс? Джесс, сколько у тебя БР на КД? Ставь ты ману, курсач. Бежали от духов. Опуливайте на Хризи Филакса. Протопал контроль. Пал контроль. Второй БДК лови, пока трэш. Играйте все в трэш. Протопал вышел с контроля. Уводи, леди тут, два духа. Шаман, уйди. Шаман, тебя бьет дух. Жесть. Зул раскол. Когда? 2 секунды. Прощай.
Мараксус глыбу. Небесный в мишку и никуда не убегай. Добивайте, дяди. Выводись уже. Вот лапа предка взорвала духа и какой-то еще один дрит и сразу минус. Раз, два, три, два топчика взорвали духи, минус 4 сразу. Если верить этому дону, конечно. Не, ну я там видел, сова какая-то взорвала точно. Че там? Дон не увидит, если человек не рядом. Если ты чекаешь на фласке. Ну тогда Курсачу good guy, минус половина ИП за ЦВК придется на часы. Ладно, у них просто ИП нет. Кто может продать фласку? Есть тут такие люди на СПД. Видишь, сразу нашелся человек. Капитан Саурфан будет рад. Кто-то может фласку на АП продать? Кому? Вон Рога пишет в чате, но нету фласки. Первая платья. Двигайте быстрее. Не зашел. Так. Бафы кончились. Бафы пусты. Дайте духы. Ну почему они успели? А ты этот баф, этот, нуждаешься в баф? Рыбу ешь? Числа я так дал ему баску. У меня нету бафа. Сатарре по бенчворю бафните на весь рейд, я потом куплю рай. Это там мусор падает. Давайте прилетаем.
Не понимаю логики, не пить фласку, которая дает сколько апа? 180. При этом кушать еду. Может, рогер с него на том корабле, чтобы не ждать. Давай, у кого есть БР, поднимите рогу на том корабле. У кого откатился? Еще 19 секунд. Давайте. Ждать. Пока бежать, наверное, будет там вещи надо. Так зачем бежать? Труп телепортируется в портал. Чего? Бывает. Труп телепортируется. Даже если не на нашем корабле? На любом корабле. Поэтому он до сих пор лежит на том корабле. Ну, потому что труп его телепортируется в конце боя портал, и все. Войт, слышь, чё? А чё? А у тебя много золота? Не знаю. Будешь дружить со мной, если у тебя много золота? Я не гей. Ну ладно. Я буду дружить с тобой. У тебя золото. Бесплатно. Мне нужен богатый друг, чтоб фласки покупал. Опа, содержанка. А? Вот видишь. Содержанка, говорю, блядь. Труп Роги уже здесь. Плащ. Ретрик. О, калк, грязь. Дайте рыбу. Есть какой-то камень нар куплю? Да, мейн. На ловкость, на ловкость. Рыбное кольцо. Рыбы нет. Сейчас поставлю. Может это камень красный огранить на ловкость? Да, сейчас я линкану тебе. У меня мук просто сдался на минуту. Кинь, обмен я сделал. Сейчас, а ты на ком тут? А мне сделали тебе на ком? На коте. Что там, будет рыба, нет? Без два ловкости, да? Да, ловкость. Так, ладно, отключу РК, чтобы дать престон 15к хотя бы. Изысканный. А сколько ты давал престон? 19 давал? 21 почти. Не забывайте о том, что не кидайте стрии. Давай, после этого. Этого. Кинул отряжку на Поклонского. Не бейте дядю. Ты
Кстати, гимна хп, кто присты. Ты мне показалось, сначала моб был с бирсой, потом у него она спала, да? Он даже не станился, короче. Нет, там моб был в вихре, черный. Вышел с вихря и перестал быть черным. Ну и чё, в итоге ни к чём. 19-890, в рейде 320. Видишь, магия истерия. Ну да. Магия истерии, да. Мы похороним тебя, как подобает. Показывайте ДПС, там с рекаунта. Посмотрим, что там будет. 320, это 23 человека били с 4 хилами. Так что это так себе лав. А вот зачем ВВ БДК, да? Чтобы получать 500 хп. Да, и при этом минусовать 1250 за фласки, да? Давайте защитим короля. Видишь, у нас люди начнут играть за БДК, за мутирогов, и как хорошо, да? Да, фростмага скоро через годик создам. Фростмага могу сделать. Ну, не дело, я создам, буду один фростмаг. Кто мне сделает дыру? Я сейчас дырогу как-то делал, 12к ДПС давал. Покажите этот хил и абсорб с леди, либо с ребра. Нормально, нормально трэш бьете, я 9-й, джаз 10-й, когда умерли на первом трэше. А ты видел, просто там трэш никто не бил? Ну да. Он долго очень жил, вырастал, всем пофиг. Ну вот эти ДПСеры, которые 19к дают, и только, считай, размахом трэш задевают. Ну ни о чем ДПС. Херня. Это первый раз, когда... Не, второй раз, когда человек какой-то вайпнулся. Да, ДПС на 40 имеется, по-моему, уже не профитно. Да, лучше не придумали просто, где мериться еще. На личе. Я же объяснял. На сурке забираются... На сурке забираются ДДшники, бьют только босса. Милики бьют трэш. А на гниломорде бьют милики босса. РДД, ну в РНЖ как бы там меньше не ДПС. И прекрасно замеряется и РДД, и милики на двух боссах на этих. Так всегда замеряли. Нет, там... Трэш как-то разбежался сильно. Надо постоянно отбегать, взрыв и так далее. На гниломорде еще требуют пенки слизи. Знаешь. Взрыв, не взрыв. Так вот, вы замеряетесь на зурке, в итоге, сука, мобы вырастают. А если бы мы сейчас убили кого-то еще? Или метка упала? Или мобы... Я бы сбирал, чтобы мы тренили форсом. Бывало уже такое, когда... А мы уже две валькиры убили. Да. Мне показалось такое, ну... Бывало такое, когда из-за ваших циферок падал рейд? Из-за того, что мобы убивали метку или просто убивали всех? Есть какой-то предел разумности? Надо не забыть на тухлого зайти. Тапки же упали, я забрал, больше не упадут. Упадут.
какую зеленку открыть? Что за зеленушку? Я не понимаю. Зеленушка, наверное. Я думаю, тут есть какой-то гейский подтекст. Я, конечно, знатный гей, но такого гейского подтекста совсем нет. Бери его, Франк. Блин, вашу собаку еще не убили, сорян. В прошлом рейде ДПС было меньше. 315, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. Леночку уролили? Да. Вы Леночку увидели? Да, прелесть, точно. Можете столик поставить, Майя? Кто-то там обещал сделать два камня на хосто. Какие символы ДЦ обычно ставят? У меня тут что-то жесть какая-то стоит. Там заплачка символов. У меня не было слышно, там было Певчий, Аюр, Ворот слева, Сатара Рэпа, Лапа Предков, справа Дисрапт Джест, сзади босса Серафим, Микролабик. Чек на баф. Дайте кулак по охотникам. Все дали. Не, вроде кулака что-то не вижу. Ну, кулак этот, он там дает. Кулак. Не забыл уже. Войт или Джозефина. Кулак по ханту. Кулак. Кулак по рогам. Кулак по варам. Раздавайте кулак. Джозефина, кулак по роге тогда. По ДК тоже. Готово на кулак обновить. Кулак по ДК. Звезда. Все, погнали. Давай рост, курсач. Гуд, Г, прожми, Кош или Ваниш, я не помню, что снимать. Прожимай быстрее. Перебегайте за спину. Справа от босса бьется лужа, Джиндао глыбу пожимает. Нахрена ты сюда прибежал, бля?
Блин, пропадет ложь обратно на дистанцию набирайте, как раньше стояли. Ладно бы один, вдвоем сюда пробежали. Это трагедия. Стрэп, ты иди налево от босса. Где, куда я тебя ставил? Да, не умею тебя стоять на рейнже. В левой части комнаты только я стою, а в правой 5 человек. Сзади босса. Микролабик, снимай глыбу, блин, куся быстрее, сейчас будет газ. Дистанцию набирайте. Право от босса лужа. Весь бой. Сейчас будет большой слизи, заберешь. Серафим, глыбу прожми. Молодец. Первый слизи на 5 лямах. Лена танка. Она на мишка нормально? Да, нормально. Какой смысл? Лучше на ловкость взять. Там что 54 защиты, но 40 по медведи соберешь, как ДК 500 с чем-то. Свальки? Тогда ладно, не буду брать. Да, на мейн, арканы, кто там еще, все, наверное. Так нахрена танка, ну, которая с силом? Силой. Она же не дает ничего. Меткость там. Кап меткости собирается. Ну ставьте давай, шкаф, Олег, если шея никому не нужна, я возьму за это, за ГП. Ставьте шкаф. Пусть Олег зайдет на другого приста. Что за башня магов? Не туда. Она башня воинов. К шею забрал кто? Я все себе забрал, но ты ничего не ролил и не сомневался. Каким шмотом? Бисовый шмот на свальке шею. Дайте шею, пожалуйста. Да заберешь свальки, не сказали, что тебе свальки, шея бисовая, это фигня какая-то. Да не, это говорят бисовая. Ну хорошо. Ну Мишка с опытом вот говорит. Там другой шмот. Догонял отметки всего. Вот, если ты упорот в мастерство, то это не значит, что другие должны упираться в это мастерство. Ну и даже без мастерства одевается. Бери это мастерство, шея. Возьми эту шею и возьми кольцо с РС. Ну что, у меня и так кольцо с РС и в том комплекте. Что-то 267 меткости, это как раз кап. Убери шею и каким шмотом ты будешь меткость добирать? Смотри, спина. Спина и так стоит. Кольцо. Второе кольцо стоит. Пепельное. Так, набирайте с дистанции, сейчас будет пол. Ходите на дистанцию.
пепельная наката стоит. Меня забыло на другого приста паролем кольцо, кто просил. Но оно никуда не делось. Набирайте сразу дистанцию, сейчас блевота выйдет. Споры в метке. 5 человек блюет, 3 хила. Дистанцию набирайте нормально. Миссия. Добрый день. Хотел бы узнать, у вас есть набор в гильдию? Основной спек СВА 6460. Какой ник? Сейчас я помру и не пору. А ты знаешь, это выглядит тот ник или нет? Изи, прожимайся. Ой, вопрос к тебе такой. Ты сколько медведем играешь на этом сервере? Лет 10, наверное. Сколько? Год, да? Я играю 9 лет уже на этом сервере, медведем. И что? Ну, это факт того, что ты играешь лучше, чем бой. Ну, все может быть. Это мой день. Милики, потому что ты это хламончик, милики, это что-то говорит. Я бы забрал, например, СДК. Кто-то, наверное, GPS играет лучше, чем будет. Кто играет? Укалк, GPS. Да, я, по-моему, будет своим медведем лучше, чем БДК, Танич. Там вообще одна кнопка, это даже проще, чем БДК. Ну, не сказать одна, там три. Две. Ну, одна. Если макрос, то две. Вообще можно одной. Да не, увечья, если вкачан талант, то через две билки дает, ну, каждый раз через два скилла дает увечья. Это топовый набор. Символ на увечья и агро, ну, просто никто не сможет. Это все можно в один макрос пихнуть. Ну, увечья с трёпкой, потом размах с трёпкой. Растерзать трёпку. Вот один макрос, когда увечья, когда тебе будет трёпка и мощный или какой-то там удар. Боже мой, что это такое? Тапки выпали. Они выпали, нет. Тапки. Я не знаю смысл какие-то там шмотки другие собирать, какие-то шеи, какую-то броню. Смотри, медведя... метка с чем собирается? А, нонсет пузо. Да. Плащ. Надо курсач тебе на элема 10%. Кольцо раз, пепельное. Кольцо два, ТРС. С РПБ. Да как метка? Кризи, ты нового пробишь? Сделать. А если без пепельного кольца играть? Сделан роль рогов тоже. Без пепельного, если без пепельного, скажу. То тебе надо второе кольцо с меткостью. А, точнее, не, шея с меткостью. Тогда кольцо будет у нас сильнее. Я про то и говорю, что с меткостью шея берется. Сейчас я просто включу два комплекта и скажу, что там надето у меня. Ну вот один у меня типа на стаму максимальный, а второй на мастерство. О, смотри, тут Лёлик опять палится с магом своим. Сейчас паролем. Перезайду. Ну как бы смотри, вот получается шея, плащ, да, грудак и остальные 4 куска Т10. Наручи СРС, алебарда, идол, это все, ключ, клык. Кольцо одно, короче, с РС-ки, а второе стоит с ловкостью, с мастерством. Это в наборе на мастерство. А какие наручи? Вот эти? Наручи с РС-ки стоят.
Ну вот эти, да, которые... Кольцо, которое с мастерством, его можно тоже заменить. Если ты убиваешься как воин в мастерство, то да, ты забиваешься в мастерство. Если тебе мастерство на это пофигу, ты берешь другое кольцо. Есть тоже. Просто смысла нет пофигу на мастерство делать, потому что вот я сейчас сниму бафы, да. Вот в мишке у меня получается сколько? 50 тысяч. У меня в мишке 35 мастерства. Это вполне достаточно, чтобы танчить РС-25 гер, ЦЛК-25 гер. Да нет, там можно все это танчить, просто промах увечьем дает огромный минус к агро. Можно просто с пула обосраться и все. Пула ты не обосрешься. Ну, да, даже с берсой можно обосраться. С пула ты вешаешь вечный огонь. Ой, волшебный огонь. Ты в любом случае не обосрешься. Не тай, Рила, пожалуйста. А комплект на выносливость отличается только тем, что там тапки с ребра и кольцо стоит. Ой, блядь, откуда оно падает? Следи. Ну давай потом поговорите, поем. Сейчас разрубим. Где это кольцо? Вот, кстати, кольцо свальки. Альтернатива твоей шеи с броней. Вроде кольцо. В мастерстве какие тапки? Крафтовые, 264. Славик, ты кулак бафаешь? Бибол, а чё ты не перенял ИП? Какой ИП? Мага. Я каски баф. В смысле не перенес? Ну я сейчас смотрю, Джиндоу в рейде, с ИП полно. Ну просто с кулонги. Что с кулонги? Кулонга связан с ним. Ну это нормально, но показывает так и ПГП. Если найдешь сосудник, там кулонга будет описан. Открой гильдейский этот список, и у тебя там привязка к кулонге, поэтому это так пишется. Вот я вижу у Маракса такую хуйню, у Тщеславии тоже альты, а на Джиндоу ни хера нет. У тебя он привязан, открой список гильдии. Откройся, найди себя, и там привязка нет. Найди кулонгу, и там показано то, что я к Джиндоу. Я понял. Ты все разрулил уже? Сейчас я рулюсь быстро. Во. Не, шею еще. Давай дальше найти. Спасибо. Разница, кстати, 900 хп. В мастерстве на 900 хп меньше. А в броне? Нету никакой брони. Но в броне разница есть? Да. Давайте чекнем. Ты же на мейн рулишь. Блин, на лоб. Ты написал, что рулишь на медведя в РК. Да, я писал. Да, ну так говорит. Колено танк. Гудге, ты готов? Все готовы. Протопал пистолик. Дайте по магам кулак. Я же человека даже в ПМ написал. Жозефина, кулак по магам. Оставляйте бурсты на переходку. Стопайте по боссу 87 85 84. Не бейте босса, 83 уже. Кстати, на профи можно ДПС мерить. Ну везде ШП, маги впереди, потому что они мультидоты вот все слили. Давайте, отбежали в РДД зону, не избегаться в слизня.
Отбежали уже быстрее. Может, спокойски завис? Под босса. Все под босса, на ком зеленый дебаф, на ком красный. Упал. Кломачик, ты там? По-моему, завис. Стоял уже. Да, я вижу. Ну давайте его поднем тогда. Зачем? Чё, зачем? Ну, нужен. Минус один нужен. Падаем. Да спальте куклу. Ты видишь, что кукла не замедлила зеленого вообще? И большая лужа в комнате. Это что, первый раз? Че, Поклонский в завис или кто там? Да, не бьет, боже. Интересно. Хламончик вылетел, наверное. Я что-то не сообразил, что он из-за него, типа, надо было мне выпить куклу просто и побить дальше. Так, спасали рейд иногда. Короче, опыт не опыт, все это хуйня, короче. Просто теоретическая часть. 93 тысячи ПП в мастерстве в ЦЛК. 73 тысячи без баб в резке. Это, блядь, за глаза просто. Такую ты там броню бы не одел. Ну это, ну, ну допустим, одел броню там. На 3000 меньше стало. Хоть так роли вообще не играет никакой двумишки. Будешь ты там получать на 1000 меньше урона. Ну и чё. А мастерство — это самая важная хуйня для медведя. Это агро. Да никакой разницы. Это называется avoidance. Избежание урона полного. От мили-атаки. У нас гильдия так называется, когда в рейды с вейдом не ходишь. Ну вот, например, Мишка парировать не может, он только уклоняется. При каждом крите, который у него, блядь, 70%, у него прокает щит, поглощающий, сколько там, 20% от его силы атаки. Это по КД, считаю, висит. Он урона отгребает меньше, чем все остальные танки. Не знаю, может, про товар составит конкуренцию, если собирать специально блок. Медведь отгребает урона больше всех танков, но у него есть поглощение. Дайте который баф, поглощает урон. Да меньше он вроде отгребает. ДДК больше. Отгребает он больше всех танков, у него нету парирования. Ну что? Не уклоняется. Поэтому он просто поглощает этот урон. Он отгребает их больше. Да мы смотрели с васабом, меньше он отгребает, чем ВДК. Где вы это тестили? На каком? Да вот я, блядь, танчил. ЦЛК и анбаф, и обычно. Лича танчил. Каску раздавайте. Сейчас. Маракс тут. Таюр. Давай, кулак по роге. Каску по магам. Ваня, готов? Да, готов. Давай, выключу. Чек. Ни к чем. Поваром кулак еще. Джозефина, дай кулак поваром. Там вроде престы, майи и лук без каски. Да нет, есть каски.
Есть каски, вот ты и столик. Ой, какой вот уклонский пистолет. Отличные новости, народ. Там чумы, которые уничтожит весь Азерот. Вы видите, служи. Стопайте по боссу. 86 уже. Стопайте. Топ по боссу. 83. Не бить босса. Слизня играем. Так, сбежались в РДД зону. Милики, идите профа бейте, РДД добивайте. Все, переводим. Майор, передавай, чему сейчас смотришь. Давайте, на ком зеленый дебаф к столу. Звездочку. Спадает звездочка. Играйте по дебафу. Милики, бейте в спину зеленого слизня. В звезде будем собираться. Отбежали в звезду. Бежались в череп. На расстоянии добивайте РДД. О, повезло. Играем дальше. Играем в красного. Выходите, Скол. Зеленый сейчас будет. Давайте, отбежали пельмени прямо в зону, три штуки. Играйте в зеленого. Милики, отбежали в эту зону. Давайте, сбегаемся в череп. Зоны выходят. Переводим сразу профа. 3%, давайте, больше дамаги. Колбы сейчас будут быстрее. Ставьте там шаман, читаю ким. Каком зеленый дебаф к столу. Красного бьем, подымов. Давай рост, курсач рост. На каком зеленый дебаф в центр отбегайте. Набегайтесь в череп. Вот, добили. Отлично. У меня что-то совсем нет. Забирай протокол. Ну, без так и воровал. Пол Б. Не умею, главное. Короче,
это все теория, вот эта вот книжка. Колба.